Бежавший из Шуши бывший министр обороны Армении Сейран Оганян заявил о готовности участвовать в парламентских выборах. «Приму участие в выборах, но с какой силой, решу сам», – заявил Оганян в интервью телеканалу «Кентрон», отвечая на вопрос об участии в случае внеочередных парламентских выборов в Армении. «Конституционное право каждого человека и даже обязанность в этой напряженной ситуации участвовать в выборах. Я, как гражданин Республики Армения, приму участие, но с какой силой и в каком формате, решу сам», – пояснил бывший министр. По информации армянских СМИ, Оганян руководил операцией по защите города Шуша в ходе недавних боевых действий в Карабахе, но когда почувствовал, что азербайджанская армия уже рядом, бежал с поля боя. Отметим, что командир 2-го мотострелкового батальона 366-го полка майор Сейран Оганян участвовал в уничтожении мирного населения азербайджанского города Ходжалы в Карабахе в феврале 1992 года. Правоохранительные органы Азербайджана объявили в розыск Оганяна. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 103 «Геноцид Уголовного кодекса Азербайджанской Республики».